Всем привет, друзья! Вы снова на канале Таежный Бродяга. Не мог я проверить раньше, немного приболел, недельку я не был, не ходил проверять свои ловушки. Но вот мы сегодня отправляемся вместе с вами их проверять. Вот, зашел я немного в закуток, у нас вовсю дует ветер, наверное, как вы уже слышите, сильный ветер. Но вот, идем проверять ловушки. Поехали! Итак, друзья, вот мы приближаемся уже к первой ловушке. Вторую не знаю. Вода опять вверх, вроде как начала, а сейчас опять вверх. Да, вода большая. Я даже не знаю, эту смогу ли достать. Но у нас уже с конца, в общем, с вечера, с воскресенья на понедельник, уже капитально будет заморозки. Достану я их, не достану, неизвестно. Вот сегодня попробую. Если достану, то не достану, значит нет. Ну как это так? Ладно, встретимся возле ловушки. Так, друзья, мы на месте. Это здесь я ее ставил. Ну вот. Сейчас попробуем. А вот. Я, наверное, дотянусь даже и бродни это не надо будет раскатывать. Немного. Чуть-чуть чем-то подцепиться бы. Сейчас подцеплюсь. Ой, насморк еще. Фу, все еще не отболел. Вот такой импровизированный крючочек. Сейчас посмотрим. Ну, подцепились, достали. А у нас, друзья, полный голяк. Пусто. Ни одного. Вообще, капитально пусто. Даже бутыль уже покрылась ржавчиной. Настолько простояла. Ладно, мы ее сейчас быстренько ополоснем. Наверное, поставлю я ее все-таки в курью. Сейчас лед будет, прямо под лед поставлю. Заморозки будут, подождем тогда. Ее тогда сейчас сразу занесу домой. Так как за второй идти в другое место, не надо успеть накинуть печку в бане. Это так, сейчас отвяжемся. Ну и чтобы не пачкать рюкзак.
И все, и побежим до дому. Да что ж ты. Вода не сказал бы, что холодная. Вот сейчас в воде пульсуюсь. Парни, я выключаюсь. Встретимся уже на второй. Итак, друзья, вот мы пришли на место установки первой ловушки. Но, как вы, наверное, видите, вот кусты первые, которые идут от реки. Первая полоса кустов. Закинута она там на чистую воду в реку. Роднее мне по-любому не хватит. Здесь еще идет дорога, проходит низина, как бы дорога накатана, колеи. Колеи я точно даже не пройду, потому что тогда было вот до этого куста воды, и мне и то бродней не хватило. Лодку я уже не погоню, так что, не знаю, дождемся, может быть, со льда ее достану. Примерное место установки я ее знаю, так что попробуем достать еще со льда. Но если нет, придется делать новую. Как-то так, ну, вышло так. В общем... А с вами я буду прощаться. До новых встреч на канале. Не забывайте ставить лайк, подписываться и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходят новые видео. Все, всем пока!